Всем доброго здоровечка. Проезжая однажды около этого пруда, я здесь искал родник. Я заметил, что около этого пруда есть огороды, которые, за которыми присматривают люди. И обратил внимание, что здесь очень много грецкого ореха и абрикос. Ну как много? Ну как для огородов много. Также заметил, что есть огороды, которые кто-то обрабатывает, а есть вот такие вот участки, на которых вообще ничего не растет. Я имею в виду что-то из культурных каких-то растений. Вот, например, орех растет, грецкий, он еще маленький, и неизвестно, что из него получится, или будет орех плодоносить, или просто будет такая, как говорится, птичка. Вот, и я ехал по тропинке, которая вокруг пруда, и обратил внимание, что пока все абрикосы еще были зелеными, издалека увидел желтизну плодов. Я понял, что это абрикос. Ну, так как это мне тема близка, фрукты, я остановился, подошел ближе, смотрю, кругом дикие травы. Вот только здесь кто-то что-то косит, траву, ну, то есть, как бы, бесхозный абрикос. И поэтому я решил подойти. Ну-ка, я же воровать не хочу. И увидел, что абрикосы уже почти спелые. Радости моей было, не было границ. Но, к сожалению, немножко есть ложка дегтя в бочке меда. Вот сейчас я приехал спустя несколько дней. Куча валяется на земле абрикос. Они уже как бы гниют. Но есть и вот, например, такие вот абрикосы. Смотрите. На внешний вид просто потрясающие, но это, конечно же, не сортовой какой-то абрикос, а возможно, он здесь случайно оказался, его какой-то там какая-то птица принесла, или может быть даже посадили, но он кисловатый, то есть плоды кисловатые, те, что падают, не все даже можно есть. Ну как есть, можно есть, но каких-то там вкусовых ощущений благоприятных от этого поедания плодов нет. Их можно использовать запросто в пищу, в качестве сырья для изготовления джемов, варенья. А вот так просто есть как плоды не очень хорошо. Можно, когда нет еще зрелых сладких абрикос, можно. А вот употреблять пищу просто так, чтобы получить удовольствие, нету. То есть у абрикосов это какая-то проблема. Вот смотрите, ветка. Ну вообще абрикос плодоносит жутко. То есть на ветках много плодов. Вот смотрите, приподниму. А здесь вот плодов много. Вот плоды. Плоды, 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 плоды. Но, вот смотрите. Два плода. Один уже сгнил и засох, а второй упал гнилой, я оторвал. Вот еще один висит, но он еще как бы держится. А вот этот, вот смотрите, раз, он еле держался. То есть он вот с одной стороны еще и не доспел, не поспел, а с другой стороны уже гнилой. Вот я здесь раздавил, это такой, вот лежит плод. По внешнему виду, ну просто мечта. А он еще тверд. И если его сейчас съесть, он с такой кислинкой. Вот смотрите, что делает. Па-па-парам-парам. Абрикос немерен. Конечно же, я, наверное, сюда приеду с женой, возможно. Возьмем велосипед и приедем. И как бы соберем и сделаем варенье. Но, опять же, на наших краях еще нет абрикос спелых, сладких.
местных. Ну, есть где-то у кого-то сортовые. Сорта такие сладкие, но как бы повсеместно еще нет. И вот как бы я, ну, на безрыбье и рак, как говорится, рыба, да. Также, если нет абрикос нормальных, органических, сладких, то можно немножко и с кислинкой съесть. Поэтому у нас тем более гостит кума. Я вот приехал сюда, вот за пару минут собрал вот такой вот лукошко, контейнер пластиковый. Плодов, угощу их. Сам немножко так поел для разнообразия, скажем так, меню. Ну, то есть я так понимаю, что реанимировать абрикосы и сделать из него сладкий не получится. Но я все-таки весной, наверное, приеду, обрезку сделаю, потому что он такой дикий, ужасный у него вид. Ну, раз я как бы ем плоды, значит, я отвечаю, и нужно помогать плодам, даже если не с кислинкой. Но для варенья, опять же, повторюсь, пойдет. Поэтому весной я помогу дереву. Хотя меня это всегда поражает. Земля, воздух, вода и дерево. И в конечном результате получается вот такая вот вещь. Плоды вкусные. У некоторых сладкие, у некоторых с кислинкой, но много. Вообще, это меня поражает всегда. В хорошем смысле этого слова, как говорится. В принципе, это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.